Поднимать ли в США базовые ставки по кредитам? В среду вечером по итогам двухдневного заседания Федеральная резервная система вынесет вердикт. В пользу того, что экономика Америки не готова к ужесточению монетарной политики, говорит резкое замедление роста занятости в мае. Так что в июне эксперты не ждут повышения ставок. Но что будет через месяц? На данный момент мы довольно низко оцениваем вероятность повышения процентной ставки в июле. Можно заглянуть и еще дальше. Мы считаем, что вряд ли увидим это до президентских выборов в ноябре. В целом, я думаю, что ФРС собирается сказать повышению ставок «да», но не летом, которое уже практически пришло, а ближе к осени это становится рискованным из-за выборов. В то же время, поднимая ставки полгода назад впервые за десятилетие, американский регулятор обещал в 2016-м повторить операцию дважды. Но ведомству Джанет Йеллен приходится учитывать и внешние угрозы для экономики США, например, Brexit.